Лучше поставь лайк за 3 секунды, иначе ты познакомишься с пастью поезда-пожирателя. Ставь лайк, если... Ставь лайк, если ты про, а с тобой Найсик, бро. В общем-то, мне выдали очень тяжелое задание, как сказали, то, что что-то произошло на каком-то заводе. Вот сейчас... Как вкусненько. Кайф. Так много кушать надо вообще мне, а то я капец голодаю последнее время. Оружек у меня полно, только... не знаю, выполню ли я это задание, но надеюсь, что выполню, конечно же. И ты посмотришь тоже на это. Не знаю, с чем это связано вообще, но здесь мне выдали поезд, и мне надо сейчас туда ехать. Не знаю, куда, как и вообще, как эту штуку управлять. Вроде бы вот это вот жмем, выкручиваем вот эту вот педальку, и вот это как-то выкручиваем, тун-тун-тун-тун-тун, и мы едем. Есть, все получилось. Хорошо, что я умею этим управлять. Ну и теперь приветики, как бы из окошечка смотрю. Оп, привет. Вот так вот. Ну и что, едем, короче. Па-па-пам, далекие края. Стоп, подожди. Какой-то бред. Нет, надо было по той дороге. Почему меня сюда поставили? Опа-на. Да, это печаль. Сейчас все просто врежется и сломается. Понятно. Так, теперь мы встали на ту дорожку. И снова, конечно же, выкручиваем эти педалечки. Надеюсь, теперь-то все у нас получится. А то это будет обидно, если ничего не получится. Вот эту, конечно же, и вот эту. Все, погнали, 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 погнали. Так, тихонечко. Все, вот достаточно такой скорости. Медленно едем. В общем-то, еще вокруг может быть всякая дичь происходить. Не знаю, что именно, но вот я уже вижу, что там что-то да есть. Подожди, только вот увидеть бы... Черт, вот, вот так видно, да? Вон он, грибочек какой-то ходит, странный. Гриб-грибочек. Поехали вот на таком. Надеюсь, теперь-то все норм будет, а? Все, едем. Оп, поехали. Так, и что же будет? О, черт. Куда ты заворачиваешь, ё-моё? Ай-яй-яй-яй, на меня кто-то напал! Это этот самый грибочек, так тихо-тихо! Не попасть, получайся, срань! Пожалуйста, не отвлекай! Ох, все, убил! Еще один! Ой, черт, меня сейчас тронет! Так, осторожненько! Так, я пока что потише сделаю чуть-чуть. Вот так вот. Теперь можно расстреливать этих грибочков, а то они какие-то странные. Это уже первые признаки, что здесь что-то ненормально происходит. О, господи, напиши в комментариях вообще, что ты думаешь, там происходит? Мне кажется, что ничего хорошего точно там нет. Какое-то заражение, может быть, что-то взорвалось. Чернобыль, наверное, какой-то произошел. Вообще, очень это печально на самом-то деле. Что такое может произойти вообще в этом городе? Вроде хороший город, а вот такое происходит, и мы снова на мели. Ну что за фигня? Ужасные дороги, ужасные. Ну ладно, теперь на всю скорость разгоняемся, потому что уже пора побыстрее все это... И смотреть, что там происходит. Давай, давай, пожалуйста, только не съедь. Так, все хорошо. И сейчас мы снова будем. И снова мы упадем, да. О, черт. О, очередной грибочек там вот справа стоит, офигевший. Ну ладно, он меня не тронул, так что просто едем. Сейчас все равно нам не за этим надо идти, а спасать вот этот завод, я так понимаю. Хотя мы еще не доехали. Интересно, прям супер долго ехать или не так уж? Едем, едем, едем. И снова грибочек прям на дороге встал. Ах ты засранец. Ты попробуй меня куснуть, я тебе говорю. Ой-ой-ой. Так, все, отстань, отстань от меня. Пожалуйста, гадюка, отстань. Так, все, вроде отстал. Или нет? Да, он отстал. Еще грибочек. И там еще грибочек. О, черт, их так много. И они все ходят здесь зачем-то. Надо расстреливать их, короче, чтобы они здесь как бы не ходили вообще. Вот так вот. И еще где? Вон там еще один. Получай, засранец. Ты не будешь жить. Готов. И там еще, да? О, господи, какие-то грибочки расстреливаю. Что вообще за фигня происходит в этом Майнкрафте? Неожиданная фигня. Так, все, слезаем, получается, потому что все, как бы, садимся тут. Я так понимаю, здесь какая-то беда. Опа-на, почему ночь началась так внезапно? Блин, придется идти, да? Ну ладно, грибочек скушаем. Хорошо, теперь идем. Эй, здесь кто-нибудь есть? Воу, видал? Да это же самый настоящий монстр. Эй, ты добрый? Нет, конечно, я предполагаю, что он злой. Но как бы он меня даже не тронул. Тихо! Блин, а зря я его завалил, он же все-таки не так уж и добр. Ой, не, зол. А вот этот сундук? Что здесь лежит? Эй, сундук, дай-ка мне... В смысле? Чего? Стой на месте. Ты нормальный? Чего? Это злой сундук? Офигеть, такого я точно не ожидал. Это какая-то подстава просто высшего разряда. Окей, куда нам вообще здесь идти?
Что-то непонятно. Здесь сундук. О, господи, я испугался уже. Так, ладно, давай сначала мы осмотримся в той стороне, а потом уже пойдем в этот, на этот завод. То есть вот здесь вот тоже, возможно, что-то да есть. Эй, здесь что-нибудь полезное для меня есть? Вот здесь вот, например, здесь вообще не войти, здесь тоже. Понял, понял. Вот это вот что такое? Ничего не открывает, понятненько. Еще одна такая тварина здесь ходит, но она как бы... О, тихо, тихо, тихо. Так, осторожненько. По ногам, по ногам. Готов. Так, а здесь что? Здесь что у нас? Здесь, я так понимаю, какой-то вход, возможно. Нет, тоже закрыто. Все просто позакрывали и никуда не войти. А что, собственно, произошло? Почему здесь какие-то монстры бродят? То есть, есть какая-то весомая причина, которая, из-за которой здесь все это произошло? Или просто, типа, развелись какие-то страшные монстры, которые еще и слепят, когда пьют? Интересненько. Так, куда-то мы вошли. Здесь кто-нибудь есть? Пока что я никого не вижу. Но выглядит это все очень-очень крайне жутко. Так, еще один пролет и еще пролет. Никого. Вообще никого. Да? Да, пустой завод. Получается. Ну, пойдем посмотрим другие секции. Тихо-тихо-тихо, спокойно-спокойно, там еще один. Но они не такие же сладкие, сложные, они прям вата. О, вот здесь вот охрана явно сидела. И как бы вот он пост. А, нет, это не пост. Это непонятно что вообще. Здесь какая-то странная дичь происходит. И вообще все как-то, инфраструктура этих зданий совсем какая-то непонятная вообще. Не поддается никаким рассуждениям, никакой логике вообще. Непонятно, что вообще здесь произошло. Но давай как-то потихоньку входить вот сюда, к примеру. Или, да, вот сюда войдем. Так, здесь ничего нет. Ну, ладно, и здесь тоже все нормально. Так, 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 и чё? А-а-а, нифига себе, это что такое? Тихо. Воу, фу, это что за гадость такая была? Фу. Как же мерзко выглядит. Надо скушать тортика, чтобы не передознуться гадостью и отвращением вообще. Вот этот тортик как раз все это сглаживает. Ух-ух-ух-ух-ух. Это было стрёмно, это было стрёмно. Я аж испугался. Но ничего, мы все-таки выжили. Это самое главное. Теперь дальше идем. Оп, спускаемся. И здесь что-то, возможно, тоже есть. И какие-то генераторы. Все это нерабочее уже. Все поломано. Поломки здесь явно произошли какие-то. И тут тоже ничего нет, я так понимаю. Поэтому выходим. Давай вот сюда вот попробуем пройти. Здесь очень какое-то интересное здание. Вход сюда воспрещен, как я вижу. Все закрыто, но у нас есть элементы паркурчика, мои любимые. Главное выпить энергетик. И сейчас все будет точно как по маслу. Опа, готово. Ой, стоп, а зачем я это сделал, если можно было вот здесь даже перепрыгнуть просто и вот так пройти. Ай, да ладно, я паркурист, короче. Так, заходим. Тихо, тихо. Слышишь? Куча шагов. Понял. О, сундук! Эй, дай-ка мне сюда свои ресурсы! Эй! И снова, снова. Да-да-да, я понял. Понял, понял, сразу дошло. Так, кушаем. Все нормально? Стоп, факел мне нужен все-таки, потому что без света я точно не смогу в этом мире. Куда делся факел? Ну, понял, понял, короче, подевался куда-то. Ну, ничего, у меня есть парочка морских фонарей. Ух-ух-ух-ух-ух. Снова это монстр, еще сундук. Че за... Чего? Почему здесь вообще такое вот водится? Я что-то не пойму. Ну, здесь ничего нет, так что я пошел. Пусть он меня просто не заметит, и все. Так, уходим. Так, дальше поднимаемся. Здесь я так... Видел? Видел это? Так он имеет рот. Слышь? Так, 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 так. Спокойно, спокойно, сынок. Спокойно, я сказал, не трогай меня. Ай-яй-яй-яй, отстань. Чего ж ты такой странный? Смотри, как он ходит. Господи, это очень криповая дичь, согласись. Потому что, ну представь, если бы ты просто в Майнкрафте как бы играл, и обычный сундук у тебя монстр. Это же просто жуть. Это прям, ну реально жуть. Я бы честно наложил. Наложил парочку кирпичей. Ну какую парочку, я бы тонну кирпичей наложил. А вот это нормальный сундук? Да, это нормальный сундук. Впервые мы встретили какой-то не такой сундук. То есть нормальный. Такой сундук, точнее, я имею в виду. И здесь у нас тоже что-то да есть. Эй! Кровь. Понял. А там что? Где эти шаги вообще слышны? Непонятно, короче. Ну, как ты видишь, на заводе все ужасно. То есть все испорчено. Ничего не работает. Как бы пустует завод. Ни одного рабочего. Все погибли. И вот такие вот твари бегают, которые всех убивают. Здесь следы крови. Не знаю, куда они ведут, но давай посмотрим. Может, сейчас что-то даже годное найдем. И здесь труп.
Подожди, а может это тоже фейк какой-то, какой-то сундук такой? Ой, тихо. Блин. Элементы паркура? Срочно врубаем. Опа. Так, дальше забираемся. А вот как дальше, я уже фиг знаю. Давай искать. О, господи, не трогай меня, пожалуйста. Отстань, отстань, пожалуйста. Опа, чё? Все, забрались, хорошо. Так, мужик, ты чё тут прилёг? О, интересно, то есть железные блоки, камеры и камеры. Ну, то есть камера, монитор и также камера к нему. Подозрительно, мне кажется, что здесь за кем-то следить придется. Ну, давай сейчас выясним. Этих тварей создает поезд-пожиратель. О, почалось. То есть у нас здесь поезд-пожиратель замешан. Ну, нифига себе. Вот этого я, конечно, вообще не ожидал. Поезд-пожиратель каким-то фигом здесь замешан. Ну, конечно, ну, конечно. Кто же еще мог быть замешан в таких делах, в таких плохих делах? Конечно же, монстр Ля Винсибла. Ну, или Тревора Хендерсона. Но здесь, очевидно, Ля Винсибла. Потому что поезд-пожиратель — это монстр как раз второго художника. Не Тревора, короче. Ну и что делать-то? Давай читать. Если ты это читаешь, то я уже мертв. Ну да, я тебя видел, ты там мертво лежишь. И только ты можешь спасти этот город. Понятно. Камеры лежат рядом со мной. Ставь их на протяжении большой железной дороги и жди прихода поезда, а потом уничтожь его. Я верю в тебя. Понял, понял, все. Я сразу принял всю информацию. Давай вот здесь вот поставим первую камеру. То есть вот так вот строим вот эту вот самую штаб такой, знаешь. И камеру сюда вешаем и подключаем монитор. Я уже пользоваться этими камерами умею. Как помнишь, в прошлый раз я следил за сиреноголовым. А теперь я слежу за поездом-пожирателем. Довольно-таки интересные прикольчики. Вот здесь вот еще поставим. Только дальше, дальше надо идти. Что это такое там висит? Подожди, это случайно не какая-то ловушка? Нет, это что-то непонятное, это кнопка какая-то зависшая. Но это мне совсем не нужно сейчас, мне главное сейчас поставить камеры. Так, 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 город там вообще кипит, жизнь в нем. Хорошо, что есть такие, как я, которые последят, если что, за городом. Ну и чё, уже вторая камера получается. Надеюсь, что они у меня работать-то будут. Я сяду в каком-то, в какой-то конурке и буду там сидеть. Только вот у меня еда уже закончилась, надо как-то раздобыть яблочек. Этого, конечно, мало, но как бы сойдет, хоть что-то, хоть что-то. Так, я вторую камеру подключил, да, все работает. Н-ку жмем, и как бы все хорошо видно. Окай, окай. Камера — это вообще топовая штука, по-моему. Всегда помогает, если что-то плохое происходит. Так, это уже, значит, вон на той, вот здание какое-то с автомобилями. И мы уже отправляемся дальше. То есть здесь уже какая-то тюрьма, возможно. Не знаю, что это такое, но выглядит очень прикольно. Так, здесь даже тачки. То есть мы сможем ориентироваться. Третья камера, я все запомню, где каждая камера стоит. Она просто вдоль дороги вот этой самой. И как бы здесь есть всякие определительные знаки. Опорные точки, я бы даже сказал, по которым можно делать вывод, где стоит камера, как бы. И по номеру можно тоже как-то вспоминать, где я ставил камеру. Не знаю, надеюсь, что недолго буду следить и выслеживать этого поезда-пожирателя. И вообще, здесь точно у меня задание уничтожить поезд. Если я его не уничтожу, то как бы каюк, все. И еще самое главное, не уснуть. Все-таки ночь не бесконечная, и надо тщательно провести этой ночью, вообще закончить это дело. Если я сегодня не закончу, то будет реально беда. Уедет этот поезд куда-нибудь и будет в других местах совершать ужасные делишки. А мне еще ехать, переезжать к нему, и это будет очень долго. Самое ужасное было бы, если бы поезд уже съехал. А если он реально съехал, что, чего я не могу узнать, не могу просто и не знаю, как бы. И это, если так реально, то я просто опечален буду. Это самое ужасное, что может быть. Я, возможно, даже не всеми камерами воспользуюсь. Надеюсь, что всеми, конечно, все понадобятся. То есть, все-таки дорогие камеры очень, не надо всеми пользоваться. Так, уже сколько? 3 камеры мы можем юзать прямо сейчас. То есть, я встану вот в какую-то забегаловку, войду, и, в принципе, видишь, уже слежка идет, и все хорошо. Так, 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 значит, куда мы можем встать? Ну, где-то вот здесь. Оп, блин, не могу здесь забраться. Как бы мне посетить какой-нибудь дом крутой? Вот, вот сюда зайду. В принципе, надеюсь, здесь никто не живет, и я как бы смогу здесь переспать. Так, 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 мне же все-таки доступно здесь все, это город. Не, мне недоступно на самом-то деле все, так что я не знаю, где я буду пересыпать. Мне как бы не дали никакого здания, не выделили, поэтому будем вот здесь вот сталкерить. Надеюсь, никто не пристанет ко мне в это время. Во-во-во, хорошее местечко, чтобы следить по камерам. Так, третья камера. Это у нас получается как раз то место, где тюрьма, я так припоминаю. Да, это, вот это самое место, и вот там вот машины, грузовики стоят. Здесь ничего вообще абсолютно нет. Понятненько, то есть третью камеру можем...
не смотреть пока что. Здесь тоже особо-таки ничего вообще нет. Вообще ничего. Как же вкусно. Короче, если что, я ничего не нашел интересного. По камерам я чуть-чуть поглядел, еще ничего не видел. О, господи, что это? Какого фига? Только вот час назад не было ничего. Что за фигня вообще? Чего это? О, господи, это вообще что такое? О, господи. Офигеть. Вы с ума сошли, что ли? Ты кто такой? О, черт. Не, это катастрофа реально. Это просто нереальные такие монстры. Я впервые такое вижу. Слушай, надо уничтожать срочно, а то они выберутся сейчас на улицу и как бы все кранты. Я, конечно, не ожидал, что поезд-пожиратель вот это создает. Так, тихонько, тихонько, спокойно. Я ничего не боюсь. Я Найсик, бро, я батя. Я все должен сделать по уму. То есть, надо в ту сторону вроде бы идти, да, если я не ошибаюсь. Если я, конечно, совсем память не потерял, рассудок от этого всего. Да, вот он. Вот это существо. О, господи, какое оно большое. Ну ладно, мы его сейчас расстреляем. Оно, в принципе, выглядит не так уж и сильно. О, господи, отстань от меня, пожалуйста. Офигеть, оно даже меня не атакует. Ну, то есть... пытается, но типа все. Так, завалили. Вот тех вот тварей я как-то боюсь, их там слишком много. Слушай, может как-то это... блин, как-то обойдемся. Короче, пришел я на вторую камеру. Первая посмотрим. Это прямо рядом с заводом. Там еще одна тварюка уже выбежала. И вот здесь еще одна. Но только здесь не прям рассадник, здесь их всего 4 штуки. Но вот здесь прям реальный рассадник. Их здесь 8-9. Я не знаю, сколько их, я потерял счет. Так, там этот монстр, он уже мертв. Это просто его душа осталась. Ну, получается, все здесь, я не знаю, надо расправиться вот с этими козявами. Ладно, хорошо, что они такие слабенькие, они на меня не видят. Но, блин, не-не-не, все-таки я сваливаю, а то они сейчас нападут на меня. Мне точно кранты. О, господи, только не бегите на меня. Все, уходим отсюда. Пойдем просто в забегаловку, не знаю. Мне еще надо курочки. Не, ладно, у меня 14 штук. Достаточно. Надо посмотреть на другие камеры. Вот что точно надо сделать. Ибо поезд, он все-таки не дремлет. Его надо искать. Монстров я уже дофига видел, а что-то поезда вообще как-то не вижу. Вот, четвертая камера. И здесь я тоже ничего вообще не вижу. Где же какой-нибудь монстр? Так, пятая камера. Здесь что у нас такое? Так, здесь у меня вообще не прогружается, это как-то странно, у меня даже не вылезает из камеры, помогите, пожалуйста, помогите, все, вот так вот готово, надо срочно бежать влево, то есть вот к пятой-шестой камере, и, блин, у меня все лагает прям дико, что за дичь, будет у меня все работать? Так, все, пулемет стреляет, так что вроде все должно работать. О, господи, это, конечно, очень стрёмно. Так, пятая камера у меня заработала наконец-то. И здесь я тоже вообще ничего не вижу. Понятненько. То есть надо еще дальше бежать. Только вот сейчас бы не сбиться с того пути, до которого я должен идти. Так, значит, третья, это четвертая у нас камера. И здесь тоже все хорошо. Или все-таки не очень? Ну, не, я никого не видел, по крайней мере. Так, сейчас мы приблизились к этой камере. Это уже пятая, вроде как. Вот она, пятая, да. И я себя, конечно же, не вижу, потому что камера себя не отображает. Вот там, вот справа, тоже никого нет. А вот шестая камера. Здесь кто-то есть? Шестая камера. Я слышу кого-то. Это поезд-пожиратель! О, господи! Чуметь. То есть он просто ездит тут, туда-сюда? Понятно. Видишь, у него во рту, короче, вот это вот тело человеческое. Непонятно, не помню, что это такое. Блин, а чё поезд у нас? Пожиратель вообще из себя представляет. Ну, то есть у него глаза на теле и вот этот рот открыта пасть. Там вот этот человек красненький. Неужели это этот самый веб-итер сидит там? А, да, возможно, да. Я, конечно, не очень помню, но это зараженный, короче, от пожирателя паутины как раз. Ну чё, давай уже выдвигаться, смысла за ним следить по камерам нет, но он там орёт, но как бы это не даст нам шансов его уничтожить. Надо именно идти уничтожать этот поезд, так что прямо сейчас мы идем, зарешаем этот поезд, а потом будем уже праздновать. Только вот я туда вообще иду? Я не туда иду. Блин. У меня кончаются ведра с хавчиком, уже 3 штуки осталось, но вот этот поезд. Господи, он прям на меня едет, отстань! О, черт! Пожалуйста, не убивай меня! Офигеть, он съедет, он меня сейчас убьет! Стой, подожди, я так на какой не соглашался, подожди! Тихо! Эй, он съехал с рельс! Чего?
Ой, все, он возвращается, смотрю, он на рельсе возвращается. Ну нифига себе, он с них съезжать умеет, оказывается. У меня даже курочка сейчас кончится, и пипец будет. Так, слышь, давай это прекращай там действовать, он по рельсам все-таки пытается как-то ездить, видишь? О господи, какой же страшный поезд, я просто в шоке. Ну ладно, мы его так потихоньку будем убивать, и так, секунду, вот сюда вот встаем. Нам надо прям ему в пасть стрелять, чтобы точно быстро. Тихо, убегаем, пока он меня полностью не съел. Так, видишь, он не слезает с рельс, как я вижу, прям вообще это... Какой же это все-таки разум? Хотя какой тут разум? У него просто колеса, которые ему не позволяют передвигаться. Ну, то есть, вот эти вот жгутики, они позволяют ему только по дороге, наверное, чуть-чуть слетать с дороги. О, господи, я его победил! О, черт, мы победили! Есть, наконец-то! О, господи, это было тяжело. Здесь очень много мяса, это все можно в какую-то забегаловку отдать, пусть готовят из него мясо. Все-таки, наверное, качественное мясо. Не знаю, на самом деле, но мы все-таки проследили за ним по камерам, у нас все получилось. Ну и, конечно же, подписывайся на мой канал, чтобы быть супер-няшечкой, и ставь лайкусик, если тебе понравился этот видос, и не теряй!